Играть на все 100 сегодня в Ледовой арене состоялась открытая тренировка. «Металлург» усиленно готовится к третьему матчу с «Барысом» в рамках плей-офф. Напомню, первые игры прошли в Казахстане. С каким настроем команда выйдет вечером на домашний лед, узнавал наш корреспондент. Серия плей-офф началась несколько дней назад. 1 марта «Металлург» сразился с «Барысом» в Нур-Султане. Тогда удача оказалась на стороне хозяев. Они разгромили «Столиваров» в сухую 4-0. После досадного поражения хоккеисты «Металлурга» вновь вышли на лед принимающей стороны. Их ожидал второй матч с командой из Казахстана. Мы знали, что напряженная серия, да, очень хорошая команда. Это, наверное, лучший «Барыс», когда мы видели и по составу, и по системности. У них там 11 иностранцев, очень хорошая команда. Очень жесткие даже моментами такой грязный хоккей, да, что, знаете, напоминает где-то хоккей, который там я играл, когда все было там многие очень такие мелкие полы разрешены были, поэтому, в принципе, то, что мы ожидали, то мы и увидели. «Барыс» во второй игре серии перегорел эмоционально и начал совершать ошибки на льду. Полевые игроки получали удаление, что оказалось на руку «Металлургу». В итоге матч завершился победой «Магнитки». «Столивары» сравняли счет в серии. Начало серии на выезде абсолютно не повлияло на настрой команды, отмечает тренер. И несмотря на зеркальный результат двух матчей, по накалу они были похожи. Ключевым стал фактор первой шайбы. Ну, это всегда важно, если первый забиваем, то получше потом играется. Ну, надо. Я не знаю, но посмотрим вечером, как важно будет. А у Артема Минулина это дебют в плей-офф. Настрой у молодого защитника серьезный. Каждая игра важна для нас, и мы стараемся вложиться на 100% в каждой игре. Работаем все 60 минут и пытаемся только победить. Конечно, всегда волнуешься перед такими играми, но всегда нужно пытаться играть в свой хоккей и играть на все 100%. Но о готовности команды можно будет судить по игре. Уже сегодня состоится третий матч серии плей-офф. Любовь Гончарова, Ксения Игонина, Егор Суханов. Информационная служба медиагруппы «Знак».